Привет и добро пожаловать на канал, я Джискиран, и жена меня опять заставляет смотреть кей-попчик, и на этот раз это трек Bon Voyage, а как читается исполнитель, вот вообще без понятия. Юа, или как-то так, напишите в комментариях. Вообще, не стесняйтесь писать комментариев, а то их что-то как-то мало, даже почитать нечего, скучненько, грустненько, не огорчайте меня. Погнали смотреть. О, прикольненько. Чё это? Чёрно-белое всё перешло. Всё, приехала. Малыха. О. Старые одежды, так сказать. Воу. Воу. Нифига себе, волчара. Ты откуда вылез, пес? Тебе что надо? Такое начало, а тут оп, такая довольная бежит. Она мне напомнила Элой из Horizon Zero Dawn. С рыжими волосами, потому что и немножко косичек заплетено относительно. Чей милота. Она миленькая. Прикольно. Красиво. Блин, ну... Клёвые места подобрали. Звучит забавненько трек. Как племенные напевы. Бабочки. О, феечка. Да она же? Да нет, вроде. А может и да. Да, это она же. Нет. Я так в таких быстрых переходах не могу сказать, да или нет. По-моему, она же. Волчара. Компухтерный. Ну, трек такой приятненький. А сам клип мне прям нравится. Классно. Это как там? Атмосферно снят. Фэнтезийно. Внезапно. А, ну зачесался. Воу, волчары, попроще. Да она закрыла глаза и все увидела это за секунды. Чё? Ничего не понял, но очень интересно. Блин, ну мне понравилось. Конечно, я не скажу, что трек прям вах-вах, ну приятный. И клипец интересненький. Надеюсь, тебе тоже понравилось.
Ну все, пока.